Молодым перспективным спортсменам муниципальных спортивных школ назначили специальные стипендии. Денежную выплату ребята будут получать весь 2013 год. Ученики спортивных школ города получили дипломы стипендиатов главы администрации. Обладателями денежных выплат стали 25 юных спортсменов. Награды вручал исполняющий обязанности начальник управления физкультуры, спорта и туризма столичной администрации Петр Шутинский. Он отметил, что ребят поощрили за большие достижения в спорте. Юноши и девушки в минувшем году успешно выступали на республиканских, всероссийских, международных соревнованиях. В составе сборных команд России представляли страну на международных турнирах. Среди них многократный победитель по пауэрлифтингу Анастасия Петрова. Занимается спортсменка в спортивной школе имени Соколова больше 6 лет. Уверена, что материальное поощрение юным дарованиям в спорте, конечно, нужны. Мы выиграли 2 международных старта. Это чемпионат Европы по троеборью и чемпионат Европы по жиму лежа. Заняли вот первые места. И очень приятно, что администрация города нас как поддерживает и поощряет за это. Дни Фатагирова, Евгений Анисимов, Республика.